Несовершеннолетнего водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали в Тулуне. Как выяснилось, 17-летний молодой человек без разрешения взял автомобиль своего отца. Справиться с Toyota Surf он не смог, съехал с дороги и врезался в забор. Наказание за содеянное понесут и ребенок, и родители, которым грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.